Всем привет! Продолжаем. В общем, мы изи дропить или дропа изить. Короче, что-то мы продолжаем на этом сайте. Вот. И информация сейчас для тех, кто данное видео не досматривает до конца. В это воскресенье, а точнее 6-11, будет происходить розыгрыш скинов для CSGO. Все условия будут в описании под этим видосом. Поэтому читайте внимательно, принимайте участие и, конечно же, выигрывайте. А я начинаю открывать кейсики. То есть по традиции на балансе 250 плюс промокод на 40%. Там кого-то из подписчиков заюзал. В общем, все как всегда. Ну, там что-то у меня оставалось, а поэтому такие суммы. Так, что у меня тут по кейсам вообще? Какие доступны? Ну, типа, я за 24 часа полтинник 500 докинул, да? Отлично. А я открыть-то могу? А открыть все равно не могу, да? Кейс открыт 0 раз. Не могу. Короче, бред бредовый. А тебя я могу открыть? А такой могу открыть? О, нихуя себе. Давайте посмотрим, что с него выпадет. Разогреемся по традиции, короче. Как по старые добрые времена. Рентген, что ли, выпадает, да? Сколько ты стоишь? 25. Ну ладно, хоть 20. Хоть не гроза, ёптать. Хоть не гроза, да. И то уже радует. Но тут жара выпадет, да? Как-то гроза так бодро пролетела. Аж это прям полтишок. Нихуя себе. 25-50 за соточку. Сейчас давай скинчик. Ну, типа там по прогрессии там. Драгомир 73. А, я тебя понял. То есть шаг по 25, да? У тебя 25-50-73. Понятно все. Понятно. Ну ладно, мы вас пока оставим, трогать не будем. В общем, что я хочу сделать? Ну, я все-таки хочу с Хитмана что-то выбить. Я все-таки хочу что-то выбить с Хитмана. Я его разок открою. Ребят, я там, кстати, читал ваши комментарии. Вы просите попробовать ваши кейсы. Там смешанный камуфляж какой-то, как обычно, да? То есть какой-то говнище там. Так, стопы, я сейчас маленечко тут что-то... Кажется, громко как-то музон качает, поэтому... Просите подкрывать ваши кейсы. Ну, ребят, ну не с таким депом. Не с таким депом, конечно же. Я в воскресенье буду проводить розыгрыш. Там деп будет посолидней. И там я пооткрываю. Блин, вот у меня либо случайно армейская, либо кейс бомжа. Короче, давай я бомжа пооткрываю. Что делать? Подкрываю бомжа. И посмотрю, как расщедрится бомж. Как он сможет расщедриться. Да хуй-то там, на грозу там только, да? Ну ладно, гроза. Окей, начало положено. Пробуем еще. То есть самые дорогие скины я. Думаю, может контракт запиндюрить. Может запиндюрить в контракт и посмотреть, как он даст. Или вообще все скины. Тут же у меня, в принципе, наверное, 10-то даже не выйдет скинов. Или вообще все скины запиндюрить в контракт. Гост, это сколько ты стоишь? 66, что-то такое. Ну, как бы такое, вокруг да около, что-то там. До 100 рублев. Ну, то есть тут еще 3 открытия у меня, по-моему, будет там, да? Ну, сейчас капель гроза, нет, сверхновая дает. Ну, ты тоже полтосик там, даже полтосика не дотягиваешь. Ну, в принципе, как бы он кесики-то свои окупает, бомжик. Бомжик как-то мог, сука, и на дайме остановиться, да? Ты же мог на дайме остановиться или дайме... В общем, на этом злобном автомате мог же остановиться, да? Но нет, ты решил остановиться на грозе уже в который раз. Давай еще разок, давай мне еще одну грозу, и я с тебя ухожу. Ну слушай, а почему я вот на вот такие скины вангую, а вот на CS GO Run не вангую? Как это несправедливо? Че, 300 хера себе, блядь. Ничего себе. Слушай, а может это все продать тогда? Ну, смотри, сколько мы там у нас? 4 минуты пишем. Давай, короче, мы это сперва все продадим. Давай мы это все продадим. Продадим. Снова мы пойдем по той же схеме, да? То есть мы сейчас Хитмена дрюкнем. Хитмена дрюкнем. Разок. 239 остается. Ну, бича, я думаю, смысла нету открывать. Это херня какая-то, да, Ся? Понятно. Бича, наверное, нету смысла открывать. А вот... блин, с этого тоже как бы особо ничего не падает. Саврикуш. Может, Саврикуш? Давай Саврикуш откроем. Откроем Саврикуш. Сорви, ёптать, Саври. Все, не могу. Ну,
как дает, так и называю. Вот. Что-то как, ну что, я такой человек. Как дает, так и называю. Как будет давать нормально, соответственно, и нормально буду называть. А так что пока он только что соври. Две Галили, чё ты, блядь? Что ты хочешь мне тут своими Галилями? Блин, надо было продать это все, чё я? Ух ты, наклейки давно. Давно у меня граффити не было, да. Соври, сорви. Обмани. 43. Револьвер. А, ты 49, да, стоишь? Ну, хер стоит. Ну-ка, особо. О, 38 рублей на деполе. Охеренно. Охеренно. Ничего не скажешь. Так, не, давай-ка мы еще разок. Давай-давай. Не-не-не. Давай-давай-давай. Ну, не мой сегодня день. Не мой. Вообще не мой день. Вообще не мой. Даже на бомжа не хватает. Так, давай мы тогда... Наш шикарный ширпакейс. Сколько? 5. На 5 раз же хватает. Хватает. Ну, 6 как бы тут нету. Сейчас смотрим, что дает ширпакейс. То, с чего мы тут начинали. Да. Ну, смотри, что-то Франклина какого-то. Ну, Франклин дешевый. Франклин, он недорогой. 93 рубля стоит, да? Так, мы тогда вот так. Вот так. Вот так. И вот так продадим. А из себя попробуем что-нибудь сделать. Из тебя попробуем что-нибудь сделать. Блять, не хватает. Ну, там, типа, процентов на 50 что-нибудь, на 40 там. Может, рублей за 200 что-нибудь попробуем сделать. Ох, ничего себе ты тут поднавалил, да, такой, типа. Ну, ты ширпакейс, он в своем репертуаре. Как бы такой хулиган раздолбай. Ширпакейс. Снова... Еще давай разок, чё? Давай-давай. Давай, ширпакейс, выдавай. 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 Ну, тут синьки, да? Нет, хуй. Ну, как бы по возрастающей, да, идет 30. Теперь мы можем 5 открыть, да? Ну, ладно. Ну, раз ты говоришь открыть 5, то давай откроем 5. Я кто я такой, чтобы сомневаться в тебе? Ну, вот, теперь 24 там, да? Ну, теперь, значит, 4 там, да? Давай, вот прям. Вот с ширпакейсом вообще контент прет. Он как бы такой, знаешь, такой как бы сливает, но не сразу. Ну, вот теперь слив. О! Все, теперь слив чанский. Ножички. Хуёжечки. Все, так, давай мы теперь залетаем в апгрейды. Есть у нас штучка. Штучка-дрючка. Ну-ка, давай от 200 посмотрим. Что мы тут можем от 200? Мортис. Как бы один хер ничего не выпадет, да? Поэтому, ну-ка, если вот столько у тебя, 42%. 42%, да. Она, короче, один хер не выпадет, поэтому, ну... с ней давай смотрим, короче, делаем-ка апгрейд и уходим. Ну, все понятно, все окей. В общем, всем спасибо за просмотр. Участвуйте в розыгрыше, который будет проходить в это воскресенье 6 декабря. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч.